Всем привет! Так, Максим у нас на хот-догах. Все уже готово. Все заправочки, все булочки. Лена на пельменях. И на Вике нам в салате. Который Вика хотела делать. Лена его делает. А Вика с камеры. Не, я морально же вам помогаю. Мешаю же вам немножко, да? Создаю вот такой квест, устраиваю. Хаос. Да. Ну да, булочки на гриле тоже прикольно будет. Ну как у тебя ловко получается? Вы часто делаете, да? Ну, третий раз. Два раза Лена делает. Этот лук, кстати, вкусный, да, рост цвета? Да, очень вкусный. Да, понравилось. Ты тоже его впервые в Икее попробовали? Да, в Икее мы первый раз попробовали в Икее. Их хот-доги очень вкусные, с этим луком и с капустой. Да, там тертый огурчик, по-моему. Пельмешки варятся. Витя на салями сидит. Лёвка показывает какие-то видосики. Где красная капуста? А, Лена уже режет тебе на хот-дог. Лена все успевает. И салат делает, и пельмени варит, и еще и огурцы на хот-дог режет. Это была я. А, все, я поняла. У Руси до 20:00 запрет в телефоне, поэтому он сидит лепит. Я правильно поняла? Да? Что у тебя тут получается? Бур, который становится рукой. Катер, надувная лодка. А вот это что за фигура, смотри, классная? Это такой, я создал трансформера Optimus Prime. Но это у него, это он золотой вместо синего. А вот это, так сказать, энергичные такие колеса. Я его назвал Goldfire Optimus. Хорошо. Еще это красный самолет, который становится телом, и танк, который становится ногами. О, и пластилин, который 10 лет в руках не держала. Да, такой мини-ком, и самая главная фишка тут это чумной доктор. Чумной доктор. С черной маской. Ага, где-то я маску эту видела сегодня. Кто меня напугал? Ну, это так и устроено, чтобы тебе пугало. И там ты много делаешь футболов, потому что у них у Adidas же многие команды на спонсоре. Да. И красиво. Я рассказываю про штуки. Грильные. Мама пришла, то. А что, слушайте, слушайте, я же, наверное, уже это слышала. Где он хочет дальше учиться? Ага. Леон, рассказывай, всех эта тема интересует. Это можно рецепт снимать, или это твой секретный такой, Максим? А, это не рецепт, это я то, что вспомнил, то делаю. Не, ну ты так профессионально просто. Это я. Лопатишь вот этой вот махалкой или машешь этой лопаткой? Вид умею делать профессионал. Он профессионально. Сосиска уже внутри. Лук. Так, все, что? Куда? Куда? Да туда просто вот. Вот да, сыр туда. И все. А, и все? Да. Может, надо было больше туда? И пельмени готовы. А багет, багет, багет. А вот с багетом будем, дайте бутеры да. делать? Да. Все, его резать, да? Его? Да, давай. Все, что ты будешь резать и делать. А мы будем туда? А вы будете меня снимать, как я режу багеты? Вика режет багет. Подожди. Капец он какой-то. Soll zeigen, wie die schneidet. Видите, как я могу? Он только что из духовки, он больше 250 градусов по Цельсию. Обалденно горячий. Я его режу. Леон! А Леон меня снимает. Могу себе представить, какой будет кадр. Блин, летающие багеты. Ну что такое? Лео, правильно Витя снимает?
Я очень сомневаюсь, что этот процесс был снят на камеру. Леон, маши руку. Витя может. Все, что угодно. А, еще кетчуп надо, точно. Красиво. О, Максим, ну правда, вообще произведение искусства. Как смайлики, знаешь? Знаешь, ну ты же знаешь, да? Очень красиво, прям вообще. Ты пошел посмотреть и сразу ушел. Все, последний. А то я с рецепта. Ага. Рецепт в телеграм-канале. Да-да. Который мы еще не создали, да? Все, ну и последний. Куда ты его будешь экспортировать? Может быть, сразу кому-то в рот? Ну, вот так. Ну, все, красота. Пошла я дальше себе быть. Да, у меня появился работник. Он тоже хочет работать и кушать. Все приехали голодные. Леон, засвети свою новую майку. От Челси. Это от Лондон, Челси или что там? Угу. Да? Ну, развернись. Угу. А спереди вот грудь покажи свой этот лейбл. Такой блестящий. Вау, красота какая. Красавчик. И джинсы у него новые. Я вчера вам говорила, что он ездил закупаться. Вот такие джинсы он себе купил. Я мать года, да? Как я быстро свою работу на друг умею перекладывать. Это профессиональное, ребята. Некрасиво, Миша. Красиво, это про вкусно. В общем, мы заливаем салат помидорным соусом, там масло. А помидор, давай попробуем. Можно прям так? Эти будут, да, такие мягкие. Как Марина с Игорем на даче делали, да? Они тоже делали в масле? Угу. Прям фаршрутка. Похоже. По специям немножко, ну я так вкусно. Такой у нас стол по-быстрому получился. Обалдеть. Лена сама капусту солила. Это как кимчи у тебя, да? Нет, это не кимчи, это просто вот пелюстками. Пелюстками? Да. Окей. Капуста пелюстками. Левчик. Витя тут рассматривает что-то. Ростислав, покажи первую картинку, которую я нарисовал. Я меню просматриваю. Да, да. Как в ресторане. И потанцевали. А, еще один стул. Так, мы сегодня спонтанно собрались. Сначала по грибы сходить, а потом и поужинать после грибов. Ну что, давай, оцени. Папин хот-дог. Очень красивый получился. О, слышал, Максим? От 1 до 10 – 100. Хорошо, классно. Вот еще эти соусы, кому что надо. Я пробую хот-дог, который 100 из 10. Ну, давайте мне вот эту уж. Теперь пельмени. А? А теперь пельмени. Конечно. Как же без пельменей? Вот тут еще такая сметанка. Да, сметана. Это же святое. Вам пора имбис открывать. Что, блин? Что мы говорим, что африканцы... Все, всем пока-пока.